27 марта в 9 городах нашей страны – Полоцке, Гомеле, Могилеве, Гродно, Лиде, Пинске, Борисове, Минске, Кобрине – стартовал заключительный этап Республиканской олимпиады по 16 учебным предметам. Пинск принимал участников олимпиады по биологии и химии. От каждого региона приезжают команды в составе 15 человек. 15 человек для участия в олимпиаде по химии и 15 по биологии. В общей сложности принимают участие команды из 7 регионов, 6 областей и город Минск, и дополнительно еще команда лицея БГУ, представленная 10 и 11 классами. В понедельник, 27 марта, в актовом зале Полесского государственного университета состоялось официальное открытие Республиканской олимпиады по химии и биологии. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Республики Беларусь, Пинского горисполкома, Полесского государственного университета и учреждения образования города. Всего в столицу Полесья приехали несколько сотен участников со всей страны и их педагоги. Со сцены гостей приветствовали председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик, начальник отдела образования, спорта и туризма Евгений Мендель и ректор Полесского государственного университета Константин Шебека, а самодеятельные коллективы города подарили им творческие подарки. Однако уже на следующий день школьников ждали испытания по химии или биологии. Задания состояли как из теоретической, так и практической части. Сама Республиканская олимпиада по химии и биологии предусматривает проведение как практического, как теоретического, так и практического тура. В теоретическом туре участникам по биологии нужно будет ответить на тестовые вопросы, достаточно каверзные, очень сложные. Разработчиками являются преподаватели Белорусского государственного университета. Вопросы приближены к международной олимпиаде по биологии. По химии учащиеся решают задачи. На теоретическом туре 5 задач им предлагается, и на практическом тоже 5 задач, но необходимо еще свои расчеты подтвердить на практике. Всего к испытаниям по химии приступили 118 человек, из них 6 представляли наш город. В олимпиаде по биологии принял участие 121 школьник, трое из которых – пинчане. Все они приложили много сил, чтобы достойно справиться с заданиями. Победители заключительных этапов республиканских олимпиад по учебным предметам смогут без экзаменов поступить в ВУЗ по соответствующему профилю.